Привет! И с вами Айс. И Дом Кошмаров 2. Что ж, посоветовали нам эту игру, не мне. Посмотрим, как она будет. Тут выбор уровня сложности. Я не люблю легкую игру, но я не люблю какой-то там сумасшедший хардкор. Давайте попробуем на обычном. Хотя... Да нет, давайте на обычном. Поехали. Начать новую игру, конечно же, с самого начала. Бежок. Халвы, короче, второй. Вот так вот. Что же, загрузочка? Что-то меня тормозит. В игру не играл, ничего по ней сказать не могу, сюжета не знаю, и будем разбираться в ней вместе, в сюжете и так далее. То есть один из главных принципов игр новых, ну и не только, это то, что я в ней не играю. Почти все у нас игры так проходят. Ну или играл очень давно. Можно было, конечно, и хард тут выбрать, как бы, ну, я не знаю, какова тут сложность мобов. Если будет очень легкая, я думаю, во время игры можно будет поменять на более сложную. Ну, на то, что на легче менять не будем, это 100%. Ну, а пока что идет загрузка, какая-то она очень больно долгая. Видимо, игра не совсем оптимизирована, потому что жрет много ресурсов компа. Может быть, из-за своих теней, не знаю, еще чего-то, но... Одиночный мод. Ну, там вот читали все, в принципе, сами. Дом кошмаров. Пролог. Так, буквально одну секунду, а то у нас была уже такая вещь, что тут звуки не шли, записи не шли. Не, все нормально. Простит. Так, что это у нас? Ну не надо, не надо. Буянить не надо. Да ладно, машина в дерево врезалась. Пока что сюжет очень банален. Как по мне. Так, бегать, прыгать, приседать. Биться ему пока нечем, видимо. А красиво, смотрите, да? Посмотрев на это небо, мне почему-то вспомнился Моровинд. Что там ничего нет, или я без фонаря типа не вижу, да, что там есть и выхожу. А нет, вот как. А что за нафиг? Уё. Что за нафиг тогда там был? Отлично, так, раз. Блок нельзя ставить. Ну да, это халфлас сразу видно. Оба. Мы можем досочки что ли таскать вот так. Вау, это прикольно. Ну ладно. Развалили все, что можно, что нельзя. Расхреначили просто. Весь дом. Ну главное, я понимаю, мы что за топором заходили. Как я хочу, чтобы мне дали в играх в ужастиках топор. И, блин, вот он, сволочь. Родимый. Ну, выходи, сука, по одному. Чё, закрыто, что ли? Ладно.
Нельзя пройти. Что за нахрен? Эй, открывай ворота, бля! Корону Хи пришел. Мочить вас будет. Не рили, что ли? Я тут запнусь на первом, блин, месте. А, ну конечно же, вот так. На нафиг. Ух ты, ё! Перный ты бабай. Тебя стоять бояться, резать буду. Не подходи. Падла какая-то ходит тут. На? Ой, ё. Чё, аптечка, что ли? Я подобрал как-то аптечку, сам не понял в как, да? Ну ладно, бывает. Ух, ёперный театр, шо ж тебе-то всё падает-то, блин? Пистик. Попор. Твою мать, погодите, не. Как дело не пойдет? Где там этот ящик? Консумир. Не, а что за хрень-то тогда вообще? Я не понял. А прикольно на самом деле, смотрите. Ванну перевернули, из нее вода вылилась. Да мать их за ногу. Вроде простое вообще. А япона мать. Ванна мешает, надо ее отволочь нахрен отсюда. Для меня это нормальная чувствительность, но я думаю, что для вас он не очень будет, если я буду туда-сюда вот так вот шататься. Нифига себе. Прикольно. Можно ящик взять, да, еще один? О, спасибо. Да вытаскивайся ты. А где ящик еще один? Сейчас отворим мост. И чё за хрень?
Вырубай нахер замок. Ладно. Охренеть. Так лучше. Чё, ах ты сука! Я ж тебя бил, падлу. Ожила, а? Подлюка. Аптечку, что ли? Патроны. Сейчас, секундочку. F6, быстрое сохранение. F6. Окей. Ни хера себе, что это вообще такое? В какую хрень мы попали? Все рушится, блин. Твою мать! Да пошел ты нахрен. И сюда, у меня топор. Концумир. Выходи по одному. Сыти? Блин! Сука. Сдохни, 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 падла. А, блин! Не подходи, зарезал. Патроны где-то нашли еще. Ты ж не буянь, бля! Охереть. Че, вы вниз, что ли? А если я не хочу? Прыжок! Хова! Хер, да? Понял. Ой, бляха-муха. Ой, бляха-муха. Ой, бляха-муха. Ой! Куда мы попали? Ты кто? Хорошо ты одета. Я уж подумал, ты голая, как Альма. Бегаешь. Кукла. Твое, слышишь, ты куклу забыла, блядь! А мне нравится эта игруха. Уже. Блин, только она подтормаживает у меня. Забери ты свою куклу. Пиздец, блин. Нельзя матом ругаться, ты что творишь, Дима? Зачем ты мне, Димыч, посоветовал этот кошмар? Я ж тут буду орать через каждую секунду, блин.
Меня ж нахрен забанят на всех каналах. Сейчас будет... О! Ага, в голову стрелять лучше. Ну как и везде. Консумир! На нах! Это только пролог, мать его. И даже не начало игры, блин. Ой, блин! Че это за херня? Обезьяны, что ли? Прыгала как макака. Рили. А, ключ нужен. Ну ты, я понял. Ну, на эту тратить можно, не можно не тратить жизни. Ой, патроны. Нихера себе. Ну пошел ты нахер. 20 хп мне снял. Сволочь такая. Пулемет, блин, а не пистолет. Ключик. Его что, еще и нести надо? Нет инвентаря. Ну серьезно. Ну, ух ё, ну окай. Гибон, блин. Или горилла, только что было. Явно не человек. То, что это управление такое, что ключ надо нести, мне как-то не очень понравилось. Ну это субъективная херня! Тихо. Тихо. Аптека. Где куда? Нахер! Ну сука, только покажись мне. Че нажал ты хоть? Камин. Бесит, эта хрень сама по себе не выползет. Патрончик. Перный театр. Бля! Да блин! Блин, ну это нечестно, я застрял в этой херне, это, блин, баг.
Не таких убивали, блин, шмакодявок. Тоже мне, блин, попрыгунчики, ёпти. Вниз, походу, да? О, патроны. Дверь, конечно, классно сгоревшая, что ли. Блин, сука! Ладно. Я понял. Скример будет в каждой двери, блин. На нах. На. Минус шимпанзе. Не, ну этого можно и топором захреначить. За них патроны тратить. Если обезьян много, это не значит, что, блин, количество в качество перейдет. Пипец, вы что, издеваетесь, что ли? Что, бесконечная, что ли, хрень? Не, конечно, не против. По идее. Ух, ёжик-корёжик. Я опять застрял, блин, в дереве. Ну что это за херня? Из-за того, что я застрял в сраном дереве, блин, я потерял жизни. Куда мне идти-то вообще? Ёперный бабай. Ни хера не видно. Да блин, я просто не вижу их. Пипец, это что, бесконечно будет? Я что-то не понял, наверное. Они что, убежать что ли надо, или что вообще сделать-то? Дорога перекрыта. Следующее. Вау. Куда мне надо это вообще?
капец какой-то. А что, бесконечно так будут лететь? Твою мать. У меня вот жопа какая-то. Это чё за хрень, а, ребят? Не, я, конечно, все понимаю. Не, ну в том плане, что это как его? Все дела там. Ну, это ж просто жопа. Я никогда не любил тиры какие-то с зомбями и так далее. Да твою мать. Да сдохни ты. Я никуда отсюда выйти не могу. Да? Жопа какая-то. Я хер понял, что надо сделать, я просто не понимаю. Отлично, я могу бегать, блин, все-таки. Ты не вышел из дома ужасов. Да, глупо я, конечно, бил. Да.
Это был пролог, как я понимаю, да? А если это был как бы пролог, то давайте на этом первую серию закончим и скажем большое всем вам спасибо, кто смотрел. С вами был Айса, и всем пока-пока.